гренландских окон негасимый свет. Он мне дорог с давних лет, и его дороже нет. Гренландских окон негасимый свет. Тебе сошелся клином белый свет, на тебе сошелся клином белый свет, на тебе сошелся клином белый свет, но пропал за поворотом санный след. Лебедева Ирина Викторовна, мама 9 детей, когда Гренландия была, для меня это было просто, даже как бы сказать, непредсказуемо, когда мне награду, вот эту медаль, потомство, пример, вручил сам Иосиф Давыдович Кобзон. Он был такой недосягаемый. На сцене, да? На сцене, а тут вот он вручил, руку поцеловал. И особенно подарком было, что экспромтом Иосиф Давыдович Кобзон спел с моей младшей 9-й дочкой Еленой Ноктюрн. Очень самая красивая песня из его репертуара. Мгновенья и года, смытые облака. Иосиф Давыдович был, как я знаю, что председателем жюри этого фестиваля. 2 года подряд он выступал на этом фестивале. По 3-4 часа. И я думаю, что это надо обязательно воплотить, чтобы фестиваль Гренландии носил имя Иосифа Давыдовича Кобзона. Красивое место русское, хотя я в Кирове был тогда, когда никого у вас не было еще на свете. Я первый раз приехал в Киров в 62-м году, так что я знаю эти места. Я бесплатно приехал, есть еще такое понятие гражданская совесть, и она заставляет нас приезжать вот сюда, в Киров. Вы знаете, все, самая рейтинговая передача «Голос» и «Детский голос», которую я считаю антироссийскими программами, потому что они не пропагандируют Россию, они не пропагандируют русскую песню, они не поют по-русски. Нам необходимо вот проводить вот такие встречи, чтобы народ чувствовал свою востребованность и заботу о себе. Мы понимаем необходимость этого общения, когда мы общаемся с простыми людьми, и они приезжают сюда, вот эту лесную поляну, для того, чтобы восхититься еще раз природой и восхититься нашей общностью, то, что мы вместе. Я вспоминаю себя с времен Великой Отечественной, мы голодали. У нас была школа, у нас была книга, у нас была семья и хлебная карточка. Но мы гордились своей страной. У нас была страна-победитель, которая сломала хребет фашистскому зверю. У меня 10 внуков. Я хочу, чтобы они гордились своей страной. Этот фестиваль еще раз доказывает, мы вместе. И когда мы вместе, ничего не страшно. Депутат Государственной Думы, народный артист Советского Союза, сопредседатель Оргкомитета Гренландия 2015 Иосиф Давыдович Кобзон. Депутат
и организатор фестиваля «Гренландия» Олег Валенчук. Мы с вами собрали всю страну. За полгода мы отслушали 2093 произведения, которые написали наши соотечественники и ближние и дальние зарубежья. Это песни о подвиге тех, кто остановил коричневую чуму. Треугольник правдал, мы рука у почтальона. Тяжелые годы войны не щадили себя, пацаны. И все-таки мы победили. И дар возьми, струну подтяни, солдатскую песню с собой. Если не будет Валенчуков, мы развалим культуру, а значит и историю своей страны. Историю своей страны. Казалось бы, зачем Олегу Дарьяновичу эта забота собирать сотни тысяч людей на берегу реки, в лесу, для того, чтобы они, барды, пели свои песни. Вот у вас, скажем, есть такой автор, который меня очень заинтересовал, Игорь Русских. Ну вот просто так самобытно напишет, скажем, «Деревня Москва». Ну, я мечтаю скорее, чтобы меня пригласили на какой-нибудь такой концерт такой в Кремль, который будет транслироваться, где я бы спел бы эту песню «Деревня Москва». И заслуга Олега Дарьяновича в том, что он устраивает эти праздники для народа, для людей. Гренландия нам нужна, которая будет собирать народ и рассказывать народу, что мы великая Россия, мы единая Россия, мы имеем право на то, чтобы петь песни и бардовские, и кобзоновские, и другие. Мы имеем право на шампанское, на любовь, на детей. Мы должны жить открыто, жить красиво и радостно. А вы в курсе, что у меня Кобзон песни поет? Нет, я не буду говорить. Вы знаете, это впервые в моей жизни, чтобы человек такого мирового уровня исполнил мои песни, взял свой репертуар. Это счастье, когда такой человек обращает на тебя внимание. И провинциальный вязкий композитор побывал и у него на приеме, и членом жюри на фестивале. Это, конечно... Больше дорогого стоит. С прошлого года, где бы я ни бывал, я везде рассказываю о Гренландии. Я говорю о том, какие здесь фантастические люди. Какая замечательная атмосфера, когда люди забывают все, что происходит в мире негативного. И поют песни, отдыхают с друзьями, с детьми. Давайте попробуем спеть. Гитары желтые, ты обнимаешь нежно. Струна осколком эхо пронзит тупую высь. Качнется купол неба большой и звездоснежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Повторяем. Качнется купол неба большой и звездный снег. Все поют, как сегодня собрались. Мы пройдем сквозь пыль и дым, урожай большой взрасти. Не расстанусь за городом, буду вечно молодым. Не расстанусь. Славься, страна!
как Высоцкий был, да, такой яркий, запоминающийся, так вот и Иосиф Кобзон. Основные жизненные ценности, которые они никогда не устаревают, да, это и верность, это и любовь, вот, то есть это вся наша жизнь по сути своей. Когда мы провожали Иосифа Давыдовича в последний путь, я, как и все остальные участники этого траурного процесса, подошел поклониться вдове Нелли Михайловне. Она говорит: вот ты знаешь, вы сейчас проводили в 20-х числах июля Гренландию. Во-первых, у него были билеты, он планировал туда ехать, а ему уже было плохо. И вот он приходил в себя периодически и говорил: как там наша Гренландия? И вот мы в воскресенье ему послали одну из песен, которую он попросил спеть вечернюю застольную. Он выдернул все трубки, выдернул из вены капельницу и присел на кровати. Неля, значит, все в порядке, неси кушать. Вы представляете себе? Она говорит: ты не представляешь, как я была счастлива. Он крайние 3 года жизни называл Гренландию самым главным проектом жизни своей. Я говорю: Нелли Михайловна, вдове, а может мы в честь Иосифа Давыдовича назовем Гренландию именем Иосифа Давыдовича Кобзона? Она встала, у нее из обоих глаз брызнули слезы и говорит: я сочту за честь. Фестивалю «Гренландия» быть имени Кобзона! Отчизна моя.